тут можно выпить воды. Мало сил, надо съесть или отдохнуть. Так я отдыхал уже. Тут попить можно. Вот именно. Вот этот бред вообще в играх сделан. Ты пьешь? А, реально пьет. Вот. Я только что хотел про это сказать. Что типа в выживаниях нельзя пить вот эту воду. Надо специально ее очищать. А тут взял, попил. Мне кажется... Ай, плохо реально. Но вот если у тебя, ты выживаешь, то тебе как бы... Ты можешь попить, если есть. Но вот нет у тебя очистительной станции. Что делать? Беги. Куда? Ко мне. А, блин, я испугался. Чё ты несёшь? Ай, зараза. Ты принёс мне фруктов? Отдай. Или это что, мяч? Это мячик. Это что, собака, что ли? Мячик он мне принёс. Это я собака, получается, если я тебе принёс мячик. Неси мяч. Апорт, апорт. Чё? Апорт. Где он? Это там, спереди. Я кролика нашёл. Ты загасил кролика. Нет, он убежал. Ладно. Слишком быстрый. Всем привет, друзья, с вами Фризен. Мы продолжаем Форест. Где ты там? Пойдем. Да. Мы я забираю все, что сейчас есть. Забираем свои вещи. В прошлой серии мы пытались изучить этот остров, понять, что здесь происходит, но было темно и ничего не понятно. Сейчас мы забираем свои вещи. Кстати, у меня так получилось, что у меня нет ничего лишнего. Даже ничего не выпало. Погоди. А тут теперь будем... Кстати, сейчас будем лутать этот лагерь. Но здесь в прошлый раз были люди голые. Это какую-то клетку они построили. Тут палатки есть. Мы сейчас хотим найти поесть. Еды у нас нет. Труп. Клеточки. Вообще ничего нет. О, можно пережить. Да. Ну, типа в палатку залезть. Ну, пока что да, сохранится. Потому что видишь, тут написано, что времени мало еще. А, ну тогда. Скорее всего, она многоразовая. Ну, мы построили себе бунгало, а оно сломалось. А как можно выбросить? Я хочу выбросить кое-что. Что это? Батарейка, банка, щит, собрана газировка. Так, пить газировку. Я о, газировка меч. Восстанавливает эту фигню. Выносливость и энергию. Вот, синенький с голубой полоской. Ай, только от этого... Птичка! Птичка! Опа, птичка есть. Я загасил птичку, мне дали кусок мяса с нее. А так. Я нашел мужика. О, горелая нога, горелая рука. А где остальное тело? А вот же, вот, смотри, большое кострище. Почему его нельзя зажечь? Да, да, попробуем. Выключи, блин. О! На эту кнопку вроде было... Ну ты Q нажимаешь, достаешь рацию свою дурацкую. Просто тут на эту кнопку была зажигалка. А, вот, все, это в инвентаре надо зажигать. Что это? Нифига, что я нашел? Че там? Ты что там удумал? А ты где? Не знаю. А я где? Не знаю. А когда я уже все? Я еще не все. Ты под землю провалился. Где моя штука? Что это? Тут еще можно ниже спуститься. А, ты в пещере. Охренеть. Где? Что? А зачем я к тебе лезу, напомнишь? Ай! Я одной рукой цепляюсь. Вот я ловкий. А нахрена они это сделали? Что они здесь скрывают? Тут водопад или что это? Река непонятная. А если я упаду, я не умру? Да не, вряд ли. Все такой... Пролетает. А что ты за мной полез?
Ты мне тут нафиг не упал. Я просто хочу опробовать твой сюрприз, который ты мне приготовил, не знаю, не говори, что это. Ой, тут снизу палатки есть. О, давай спать. Чё-то вообще капец, о, капец можно какой. Можно спуститься быстро. На shift. Да? Только я могу стереть себе пальцы. А я сейчас тебе веревку подожгу. Ты что удумал? Смотри, как фитиль поджигаешь его. Так, где палатки видел? Вот они. Что здесь? Камни, камни. Кепка, каска. Нужна каска? Нет. Мятые газировки, сохраниться, да почитать. Нам здесь ничто не угрожает. Оп, я тут еще какой-то дневник нашел. О, ноут. Бери ноут, продадим. Давай. Он не берется. Я взял какую-то картинку. А теперь? Теперь берется? Не. Посмотри. Где? Ну вот. Вот, снизу. Где? Ну вот, ты на нем стоишь. Берется? Земля. Жаль. У меня, короче, выпала с него деталька. Тут же. Я опять поливаю палки. Ладно. Так. Ты меня поджег? Ты придурок, что ли? Ай, больно. Туши жопу, туши жопу. Прыгай в воду. Туши жопу, я сдох. Ты сдох? Да. Совет взрывчатка и коктейли Молотова эффективны против большого противника. Я сдох. Ну ты лошара, конечно, да. Тут есть зефирка, а я не могу ее взять. Ох, люди эти свиньи. Что это? Шоколадки. Шоколадки. Тут рассыпаны шоколадки. Ни хрена. 6 шоколадок подобрал. Кстати. У меня там вещи, кстати, были какие-то. Ты можешь их подобрать? Вот я сейчас хочу это проверить. Так, я поем пока в шоколадок. Просто у меня тоже... А это энергию было. Восстанавливает. А нет, и сытость. Хотел сказать сытье. Сытость это шоколадки питьё. Восстанавливает. Ты как придурок. А где ты? Я только что тебя видел. Где ты? Да я лезу. А, вот, кто это? Что это такое? Собрана шоколадка? Вам холодно и мокро. Да где ты? Да я сверху. Да не ты. А мой огонь где? Так, ну вот же тело есть. Ты так вообще как лягушка растрепанная. Почему ты голый стал? Так я аж забрал... Блин, под водой я тебя типа, вообще не вижу. А то есть, когда я что? Стою на суше, я тебя вижу. А ты спускаешься видишь, в воду, я тебя не вижу. Во всем виноваты законы физики. Ладно. Пойду греться пока что. О, у меня обморожение в лице. Жесть какая-то. Я горю. Ты только попробуй там отдохнуть. Ну я вроде греюсь. Я, конечно, теряю жизни, но я греюсь. Гореть это не замерзнуть. Ну как? У меня было обморожение лица. Ну и все. Ладно, я так понимаю, в этой пещере больше ловить нечего. Где мне теперь найти выход? Ём! Чё? Чё я нашел? Чё ты там нашел? Огромный... Блин, теперь вылазить полчаса, это капец. По-моему, тебе можно там пролезть. Вот, ты видишь меня, где я? Ну, примерно. Вот лезь сюда. А что там? Ты сам увидишь. А ты где? Ну вот ко мне лезь. Не ко мне прям наверх, а в сторону мою. В пещере. Нет, там слишком мокро и сыро. Ну короче... Тут огромное ущелье. Кратер.
Интересно. Я забираюсь одной рукой, второй рукой я еще зажигалку зажигаю. Ты мои вещи подобрал? Нет. Опять самому все делать. Я тебе говорю, я хотел с тобой нырнуть. То есть, когда я стоял на берегу, там было видно голое тело. А как ныряешь, так он исчезает куда-то. Ладненько. А если я сейчас полезу вниз, я тебе не помешаю? Помешаешь? Я тебе жопу подпалю. Ой, там тебе гепард сверху ждет. Я тебе жопу подпалю. Да ладно, ничего. Эть. Где вторая веревка? Ты я не... падаю! Нет! А, тут вода, я выжил. Господи. Дебил. О, мои вещи. Ну, удобно, да? Да, практично. Я бы... Тебе повезло, что ты... тебе надо было туда идти. Потому что если бы мне туда не надо было идти, и я бы упал, я бы такое не пережил. Ой, тут так тихо сразу. Шо это? Ага. Чё шипишь? Так, а чё так тихо на улице? Капец. Такая тишина. Мне что, нырять за своими вещами вниз? Это что за ящик? Ящик неприкасаемый. А может это не ящик, а это какие-то стулья? Опа, я выжил. В палатках вам нет ничего. Его. Там костер, иди погрейся. Только, я погрелся уже. Только не лицом. Мало сил, надо что-то съесть. Это что за ящерица? Тут ящерица человека вгоняет. Газировочки попьем. Ты с палкой ко мне бежишь? Газировочка бодрит очень. Зуб. У них появились палки. Ох ты, блин. Нельзя. Тихо, гаси его. Зубы можешь только себе вставить. В следующий раз придешь ко мне, я тебя вставлю. А чё такие мощные твари? Мясо сырое, а что если я хочу его погреть? Я могу его погреть? О, у меня, кстати, есть такое, да. Ну я, короче, опять сдох. Бывает. Чё-то мне вообще не прёт. Как надо сейчас быстро мясо? Вернуться. О, я грею мясо. Каким образом? Я взял мясо в рот сырое. В рот? И положил на костер. Ты мясо в рот взял? В руки. Капец ты. Я уперся можно... в дерево. Можно загасить животное какое-нибудь, а потом пожарить. Я птичку так гасил. Вот, давай. Только я умер. Мне надо найти свои вещи. Опять в темноте. Знаете. Вот как это работает, капец. Ням-ням-ням. Я взял? Нет, не взял. Я уже в минус голодный. Просто в ноль. Я даже... Хорошо, что я ходить еще могу. Загаси кого-нибудь. Угу. У меня энергии нет на это. Капец, темно. Я только вижу два ориентира. Череп и твое имя. Все. Если там сейчас будет обрыв, я просто упаду и не замечу. А ты можешь сейчас найти какую-нибудь палатку? У меня просто есть палатки. Я вообще и... ничего не вижу. О, я упал куда-то. И где я? Ага, вот что-то там виднеется. Камни какие-то. Не, ну ночью тут вообще делать нечего. Капец. А я не знаю, как выбраться. У тебя же есть зажигалка. А толку от нее? Ну там же две нитки висели, куда ты попёрся? Не знаю. Вот ты, конечно, да. О, нашел. Где я? Это что, вода, земля, что это? Не видно ж ничего. Причем еще яркость выкрученная на полную. Что за бред? Я вижу небо, какую-то гору огромную. Тут тучи. Пещера, по-моему, освещена даже больше, чем у тебя там. Конечно. Обрыв. Падаю. Уф, сказал мой персонаж. Так. Надо сейчас завалиться быстро в палатку и спать. Ага. Спать, спать и спать. Зайчик, отвали. Ну теперь тебе придется меня ждать. Он уже ко мне щемит. Отвали! Как? Я даже руками тебя бить не могу.
А чё, реально руками бить не могу? Быстрее тогда беги за рюкзаком. Я бегать не могу, я ничего не могу, я сейчас опять сдохну. Как же я обожаю эти моменты, когда у тебя ничего нет, но тебе и ты ничего надо. Сделать не можешь. Я просто в пустоте. Так, где палатка? Я ползу куда-то. Так, надо поесть чего-нибудь. Быстро шоколадку попить. Где я? Так. Ну, я вроде справился. А если я буду спать, они ко мне в палатку не залезут? Не будут меня там щекотать? Я не понимаю, я ползу или не ползу? Ползешь, ползешь. Я и сейчас спать не могу, ты издеваешься? О, я вылез. Я спать не могу. Потому что я. Я сейчас опять сдохну. Не задыхай. Чамы. А чего нет? Почему? Фу, придурок. Ты чем пугаешь? Гаси его. Где он? Мочи. Ну фиг знает. Вроде справился. Так. Шмеркается. Шмеркается? Шмеркается. Почему это не работает? Где кто? А мне сзади. Можно спать сзади? Она пищит. Чего у него выпало? Палка? Зуб. Камень, зубы. И тело. Погоди, я, по-моему, тебя могу накормить. Сейчас, погоди, мне надо взять вещи. Как-то. Ну пошли тогда на песочек. Там хотя бы что-то видно. Ткань, зубы. А, точно. Где мы тут разжигали? А, мы здесь не разжигали. А там можно разжечь. Там, подожди, подожди, подожди. Уже вторая серия, мы нихера не можем сделать. Чё за бред? Ча попрёт. В этой серии вообще были другие планы. Вы открыли новое животное. Ага, хорошо. Только я никого не открывал. То есть вот, есть место... О, шоколадка. Место костра. Тут даже палки устроены. Но я не могу построить костер. Спасёшь? Нет. Ну-ка, стой, я хочу попробовать спасти тебя. Есть такая функция в игре? Должна быть. Не помирай только. Когда я подбегал к тебе, у меня была такая возможность, только я не успел. Их двое. Я сейчас сам не успею. А, есть такая. Где ты? Я сам сдох. Да? Ну тогда, да. Ладно. Что-то как-то жестко. Жестко. Прикинь, это еще только нормально. Втроем они пришли. Да, кстати, еще сложность-то нормальная стоит, а не сложная и не выживание. Блин, это капец мрак мрачный. Предлагаю возле малета накопать опять костер сделать или палатку. Ну давай. Смотри, что тут есть. Список дел, оказывается, обновился. Тут надо найти Тимми, разбейте лагерь, найдите пропавших пассажиров самолета. Даже прикинь? Так. Но. Нас бы кто нашел. Угу. Здоровья нет, энергии нет, запас сил нет. Гидратация есть. Сытость ноль. Камуфляж ноль. Утепленная броня ноль. Так. Что там тук-тук-тукаешь? Это я коктейль делаю... Молотова? Так. Грибы, кабаны, белка. Я встречал белку? Прикольно. Да где-нибудь на листве была, а ты не заметил. Наверное. Ладно, это все не то, что я хотел. Вот это что? Гаси шаг листы. Первый. Так, постройте убежище. В убежище можно спать и сохраняться. Охотничье укрытие. Нужны предметы. 7 палок, 6 камней и 7 дров. Это что? Укрытие. Перед тем, как идти в неизвестный лес, разумно построить убежище. А. А ничего, что я уже живу в лесу в этом. Хижина. А где убежище? Тут только может, хижины. Может, там построить здесь убежище и ходить куда надо будет. Тут только хижина и хижина. Временное убежище. У-у-у. Так, это я не хочу. Убери. Охотничье укрытие. А есть описание его какое-нибудь?
Нет. Держатель для палок. Классно. Короче, тебе нужно 6 палок, чтобы построить держатель для палок. Зачем? Чтобы держать в нем палки. Удобно. Угу. Практично, но бессмысленно. Не, ну если смотри, если у тебя накапливается рюкзак, ты можешь приходить сюда, складывать, потом еще набирать. А-а-а, вон стеллаж оно. Оружия, полка для взрывчатки. Прям вот так вот, да, вот? Прям для взрывчатки. Манекен, ну, короче, для брони. Это что-то. Я хату построил. Ай, что так звонко. Я вот только над чем думаю. О, дом на дереве. Слушай. Прикольно. Только нужна какая-то веревка. Смотри. Я могу его на дерево впендюрить. Ты видишь мой макет? Нет. Вот на дереве. Нет. Жаль. Построил? Построил, он только спать не можем. Тут, походу, по истечению какого-то времени. Ну вот, да. Мы просто спали, типа, сутки назад. И только спустя этого времени надо еще поспать. Это если тупо. Бы мы начали спать в начале ночи, то да, это тупо. Давай тогда подождем начало ночи, чтобы в следующий раз так не сидеть. Ой. Да и нахер ты вот это построил? Сноси это все. Не знаю, я-то не знал, что такие правила. О, я могу спать. Так, сохраниться. Что я сделал? Сохранился? У меня экран моргает, ничего не происходит. Ни записи, ничего. А ну-ка ударь его камнем. Чё? У меня что-то появилось. Я тоже. Не, типа не бей. Точно это написано не бей, а не это, не контент. Разъединение, нет? Ну ударь. Не. Бей его. О, он шатается. Вау! Нахрена? У тебя даже ресурсов не выпало, да? Нет. Классное строение. Бессмысленно потратил пол видоса. Эх, ладно. Кто это ходит, смотри? Ты чё, блин, меня так орёшь? Лови. Где? Фу ты, блин. Самое время его ловить, ага. Где ты? Я умер. Ух ты, блин, он в броне какой-то. У меня сил-то так-то на него нет. Зубы полетели. Да попадишь ты в него. Я Сашку объясню. Какую Сашку, Машку? Ой, я тоже умер. Это капец, что такое, блин, вообще сложничком идет. Мне это капец не нравится. Сейчас попрёт. Только вот этого чувака загасим и все. У него по-любому будет что-то классное. Только он втопил очень жестко. Фу ты, блин, я думал, это кабан пробежал. Просто только что пробежал олененок, потом следом такая морда кабана пробежала. Потом смотрю, твое имя. Сам кабан. Смотри, какая красота. Огонь! Чей это огонь? Это мужик тот, возможно. А, это просто солнце восходит. А-а-а. Тут вода, и он ее освещает. Кстати, ну-ка да я отсюда попью, можно? А отсюда пить нельзя. Почему? Там, видимо, слишком грязно. Ага. А вот то, что в водоеме уже все скопилось, там не грязно, да? Не. Я одну ягодку съел, немножко себе здоровье повысил. Ой, не здоровье. Еду. Да. И опять все ушло. Нет, если вот так вот мы будем каждый раз подыхать, когда будем вещи забирать, то это бред. По-моему, там должны быть какие-нибудь палатки, и в них, возможно, можно поставить точку местоположения, короче, чтобы будиться там. Нет, это сейчас эти не о том, а говорю о том, что поначалу мы даже продвинуться дальше этого лагеря никуда не можем. Ну да. Ты приходишь, забираешь свои вещи, там же подыхаешь. Вот, уже я слышу, что там кто-то пищит.
Убей его. Где он? Не знаю, на меня кто-то пищал. Я какую-то прокачанную палатку нашел. Вот я тоже к ней шел сейчас. Почему я ночью ее не видел? Но она... Она? Не аляулю. Да, не рабочая. Так, на том берегу тоже что-то вон виднеется? Или так, это коряга? Так, срочно нужно найти жилье, чтобы спать. Оп, я поел. Давай так. Сейчас сделать жилье, чтобы где? Выспаться. Где? Кто? Было все. Не ори, дура, ты что-то корешь. Ты ее загасил? Нет. Гаси ее. Сзади. Капец, ты мощный. Спаси. Я пытаюсь. О. Что? Мне достижение дали. Я выжил. Ай. Ай. А, я понял. Нет, не понял. Чё, жизни все почувствовал? На тебе. У меня капец жизни ноль. На тебе в борщ. Да отстань ты от него. У меня в глазах темно. Фух. Как мне тебя подлечить? Я тебя могу подлечить? Я тебя хочу подлечить. А, ё-моё, вот это я глупый. Смотри, чё. Чё? Смотри. И чё? I'm a beautiful. Так, я сяду на камушек, чтобы меня никто не трогал. У меня... Это ж не так работает. Открой рюкзак. Открой. Так, открыл. Между рюкзаком и зажигалкой есть белые штуки? Рюкзак зажигалка. Ешь. Ну, это лекарство, я знаю. Ну. У меня, оказывается, было лекарство, я про него забыл. Ай, больно, в ноге. Сам виноват. Дурак. Я мылся. Меня убили, несмотря на то, что у меня здоровье есть. Над тобой сейчас смеются. Я при смерти, но у меня здоровье есть. Что фигня? Это странно. Меня противник восстановил. Да. Чего такие сильные? Я его в камень зажал. Что, боишься? Нет. Я его в камень зажал. Отстань, он меня опять убил. Ну что такое? Да ты что такой немощный, а? Сколько раз мне тебя спасать? Ну еще один. Я ему, по-моему, руку отрубил. Ты так стоишь в ней, в такой неестественной позе. Спаси. Я уже 3 раза звякнул. Ты ни одного. Давно так, пара. Я вроде отмылся. Ой, целую серию страдали хернёй и опять ничего не сделали. Как так? А, ладно. Сейчас попрёт, нам нужно жилье, пока не стемнело. Давай делать жилье. Давай делать жилье. Только хорошее мы не сможем сделать. Хотя. Так. Ну пошли вон туда, там что-то на берегу стоит. И по пути будем ломать, сука. Слушай, а давай здесь. Тут смотри, какое место классное. На берегу вообще не прикол. Чего так? Потому что тут постоянно эти твари гуляют. У меня другой план. Гуляют. Другой. Какой? Это что такое? Мох? Что это? Какие-то веточки? А это что за растение? В лесу тоже не камильфо. Но там в лесу можно построить здание на этом. На дереве. На дереве. А что если придет медведь? Повесим для него замок. Или этот, веревочку. Такой, здравствуйте. Чего там? Что у да тебя? Да опять, отстань ты от меня, ну блин. Он да подходит сзади и просто ты такой... Ты издеваешься, а? Ты прям ну, сдох? Я сдох. Ну блин, я так далеко убежал, еще к тебе возвращаться, ну ты что? Он просто подбежал сзади, я лекуюсь, он подбежал такой, на тебе в щит и все. Подбежал и убежал. Зараза. Отстань ты от него. Гаси его с двух сторон, гаси я его. Я не могу, у меня я серый. Ну конечно, добивать такой умеешь. Ну да. Нет, чтобы убивать их сразу. Да как тут убьешь, когда у меня здоровья мало? Так у меня же и много здоровья. Ладно, я
хотел использовать другую тактику. Не тактику, а план. У меня была идея. Смотри, у нас есть топоры. Так. Там в этих инструкциях написано дрова. Угу. Собран деревянный сок. Во, смотри, что происходит. План мой работает. Гаси дерево. Да просто гаси. Я тебя ударил? Нет. Ладно. Опа. О. Падает, падает, падает. Берегись, посторонись. Ему плохо. Оп. И все. Так. О, бревно, пойдем. Ты как-то руки... Я тоже так руки по-дебильному держу перед собой. Да. А анимация рук вообще другая. Тыщ. Ну, если что, у меня есть базука. Просто ду-дух, ду-дух. Ладно. Нам надо вон вдоль этого берега и вдоль ручейка пройти. Ты видишь там крыши? Да, нет. Вот туда надо идти. Да, вижу, давай. Там хочу построить... Смотри, какие бунгалки. Прям вообще топовое место. Я побежал. Чё, ты нифига сильный, что ли? Энергии появилось? Да. Ну, конечно. Так, черепочек есть, значит, тут будут люди плохие. Не, место, конечно, шикостное. Тут очень страшно. А что это такое валяется? Фу. Вау, и красиво. Ты стулья. Это эти. Кто-то ел вишни. Mm. И там косточки сбрасывал. Да-да-да. Штак, штак, штак. Стул, не стул. Куда о, ставить? Прикольно. Да просто брось там, где косточки валяются. Я там бросил. Ну все. Только я не знаю, реально, зачем этот слив? Какая-то корка. О, я взял два. Два? Да. Я хочу на это посмотреть. Я сильный. У меня двойная базука. Где? Вот я. А, нифига себе. Угу. Ай! Упал. Ладно, ставь здесь. Так, как его? Ага, все. Все, будем... Блин, ладно. Хотел сказать, будем заканчивать, но я хочу посмотреть, что в этих домиках, во-вторых. Два, три, четыре. Забирай бревна. Где? Хочу. Там, где ты их бросил, там и поднимай. Ой, дом... Там это, что это, стол упал? Дом упал сквозь текстуры, наверное. Ой, не дом... Стол сквозь текстуры дома упал. Короче, во всех этих домиках... Ой, все банально. Один стол, стул. Доски. Можно добыть? Так, он просто их ломает. Хорошо. А ресурсы? Почему здесь не выпадают ресурсы из тех предметов, которые ты ломаешь? Это что за бред? Она живая. Кто? Да тут упала лавочка. Вот эта лавочка упала сквозь текстуры. Я ее поломал на две части, она там шевелилась. Куда ты идешь? Куда мне скидывать бревна? Ну вот здесь пока, где я, видишь? Угу. Вот сюда прям скидывай. Чё-то как бы... Вроде здесь нет никого. Ой. Не вау! Ты чё? Ты чё? Нам надо бы дом сделать, потому что мы сейчас как не сохранимся и все. О! Кит, привет. Сам ты кит. Это раф. Мой питомец, отдай. Это рафт. Отдай. Это мой питомец. Отойди, отойди подальше. Жалко пацана. Акуляка. Ну-ка, акуляка, дай я тебя зафоткаю. Только глаз твой не видно. Я нашел, как фоткать. Я ему башку оторвал. Зачем? У меня выживание, отвали. Бедный. У меня выживание, я хочу мясо акулы. Хочешь башку? Ну-ка встань на фоне моря, я тебя сфоткаю. Вот так и назови. Ясь, здоровенный. Вон там встань, вон там. Смотри, что могу. Опа. Где? Опа. Ну встань вот здесь. Я тебя фоткаю вообще-то. Встань!
Ты чё, зараза? Вот и стой. Еще раз так сделаешь, я умру. А, ну ладно. Акула! Акула матата. Как ты взял башку его? Отрубил. Ты. Да? Я забрал. Да. Как его выбросить теперь? У меня еще одна акула. Ладно, ой, все. Че ты? Я думал, я сейчас прыгнул на ней. Будем давай заканчивать. Ух ты, блин. Что-то появилось интересное. Свечка? Лак для волос? О, если есть лак для волос, значит, можно сделать какую-нибудь поджигательную фишку. Как вариант. Так, здесь еще вещи какие-то. Винишко. Тряпочка, изолента. У меня много предметов, а ничего не могу создать. Что за бред? Ну, это будем разбираться уже в следующей серии. Сокровище. Ты где? Вон ты где. Давай. Ну, ударь ты его. Сейчас, отойди, пожалуйста. Короче, здесь тоже ничего нет. Пенечек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока. Уи! Oui.